Ну что же, а прямо сейчас, я думаю, не будем терять времени. И будем продолжать. Да, потому что прямо сейчас на этой сцене. Ох, девушки, берегитесь! Берегитесь, красавчик! Ксения, берегитесь! Потому что мы приглашаем, итак, друзья, Руслан Алихно! Не зажечь свечи за здравие, и нельзя в помин души. Не досталось испытание быть ни мертвым, ни живым. И взлетев в объятья вечности, словно птицы над рекой, мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Мы не погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Будут вечно наши матери ждать о нас любую весть. Все, кто веры не утратили, что мы на свете есть. Неживые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие сыновья своей страны. Погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Пряча слезы в закат, до утра тишине ночной наши вдовы не наши слышны голоса.